Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сейчас утро, у нас, кстати, похолодало опять в Питере, сейчас минус 7, но солнышко очень классное. Вот, погода, в принципе, хорошая, но морозно. И я сейчас жду курьера, он мне уже позвонил, скоро должен приехать ко мне. Курьер с магазина La Moda. Я заказала себе, кто меня давно смотрит, помнит, наверное, что я осенью, где-то в начале зимы, не помню точно когда, я искала себе куртку на зиму, что можно было, знаете, и мокрый снег, в общем, такую на все случаи жизни. При этом теплую, длинную, хотела с капюшоном, в общем. И в итоге я зашла в магазин Be Free и увидела там очень классный пуховик такого, не знаю, коричневого, такого очень классного цвета. Но я не хотела пух-перо, и я хотела с капюшоном. А тот пуховик был без капюшона. В общем, он мне безумно понравился. Мне понравилось его качество, мне понравился фасон, цвет вообще. Все абсолютно понравилось. Но вот было два минуса, и я его не стала брать. Я потом заказала себе другую куртку с капюшоном, на синтепоне. И не такого маркового, скажем так, цвета. Вот, носила, кстати, зимой с огромным удовольствием, но на La Moda я добавила в избранное тот пуховик, потому что он там тоже был, там вообще представлена марка Be Free. Вот, и, в общем, смотрела, изначально его цена была 8000, 7999, если быть точнее, я даже помню. Вот, и там, ну, периодически на него была там небольшая скидка, в общем, доходила цена где-то до 6000 примерно. Вот, так как он у меня лежал в избранном, в общем, La Moda мне отправила уведомление, что снизилась цена на этот пуховик, и он стоил 3599, считайте, 3600. Я, конечно же, его заказала, несмотря на то, что зима заканчивается, но у нас, я повторюсь, минус 7, нас еще обещают, что будет холода, так что я его успею поносить. Я заказала в двух, кстати, размерах, сразу взяла шапку к этому пуховику, чтобы у меня уже было. Вот, и пока я буду ждать курьера, я тут варю обед, в общем, покажу тоже, что варю на обед. На обед я в итоге сегодня сварила суп из свежей капусты. У меня, кстати, это капуста нового урожая, был небольшой кочанок. И сейчас как раз приехал у меня муж, и я ему как раз успел, скажем так, на свеженький обед. Вот такой вот у меня супчик получился. Желтый он, потому что добавляю куркуму. Я уже говорила много раз, но меня часто об этом спрашивают. Нет, я на кубиках не варю бульон. Здесь у меня на курином бульоне он получился. И решила еще приготовить творожные калачи. Я их обжариваю на сковородке. Мои вообще домашние называют это пончиками. Я их делаю не сладкими и просто сверху обильно посыпаю вот так сахарной пудрой. Это у нас, так сказать, к чаю, можно так сказать. Тем более у меня оставался творог. По-быстренькому так вот сделала. Так что такой сегодня приготовила обед, можно сказать, с полдником сразу одновременно. Но вот эти творожные калачи очень нравятся моим детям. Меня даже и просят делать сырники, а делать вот такие вот штучки. Потому что они очень-очень нравятся моим деткам. Вот, так что вот так вот приготовила, и сейчас как раз поджидаю с курьера. Ну что, девочки, приехал мой курьер. Ура, ура, ура! Как раз успела сварить обед. Это пух и перо в нем. Значит, давайте рассмотрим поближе. Здесь идет, получается, такой большой объемный ворот с стойкой, заклепки и молния еще. Молния не сильно длинная. Вот здесь заклепки, на самом деле, для машины. Какая-то ниточка. Для машины будет вообще идеально. У него еще прикольно. Вот здесь вот карманы внутри на флисе. Смотрите, как классно. Вообще, мне очень понравилось. Вообще, он мне очень безумно мне нравится, этот пуховик. Вот этот его цвет обалденнейший просто. Идут просто два кармана. И вот такая вот штука за 3600, девочки. Это просто огонь. Кстати, обратите внимание, на La Moda сейчас многие зимние куртки, пуховики стоят на очень хорошей распродаже. Единственное, что вот этот пуховик, я вам ссылку на него, естественно, оставлю внизу в инфобоксе, да, там в комментариях, ну, в отзывах, скажем так, на этот пуховик на сайте La Moda было написано, что он в минус 10, он холодный. Я, кстати, взяла в размере S, несмотря на то, что он немножко мне великоват в плечах, но
Кстати, S от XS, мне кажется, вообще мало чем отличается, потому что я заказала XS. Почему я так заказываю? Потому что марки BeFree очень много одежды больше мерят. Она не то, что сшита супер оверсайз, а она реально больше мерит. По плечам особенно это очень видно, но здесь не особо заметно, во-первых. А во-вторых, я подобные вещи, я, знаете, люблю одеваться как капуста. То есть я одеваю майку, свитер, еще какую-нибудь кофту, сверху пуховик и еще шарфом так обмотаюсь, там, не знаю, шапку. Хотя шарфы я, кстати, шарфы редко ношу, но все-таки. В общем, взяла в размере S. Вот, и тут по составу покажу. Кому будет интересно, вот утеплитель 70 пух, 30 перо. Ну, полиэстер, соответственно. Вот, очень мне понравилось, девочки. Я прям балдею, сейчас примерю. Покажу, как смотрится на мне, как обычно. И к нему я взяла вот такую шапку. Я заказывала несколько шапок себе выбрать. Вот, но в итоге взяла вот такую. Во-первых, мне нравится марка Columbia. Шапки у них прикольные. У меня у мужа есть одна шапочка вот этой марки. Они не скатываются, они прикольные вообще. В них не потеешь. То есть они, несмотря на то, что это, кстати, тоже полиэстер, полиамид, по-моему, здесь было написано, но они как бы сделаны как спортивные, да, и поэтому у них очень производство Тайвань, стопроцентный акрил, да, вот, но они сделаны как бы очень хорошо, качественно, не скатываются обычно. В общем, такую шапочку, она, конечно, немножко темнее пуховика, но мне кажется, будет прикольно смотреться. Ее можно носить так, можно развернуть такой длинненькой, носить, в общем, по-всякому, по-разному. В общем, я довольна, девочки, просто как не знаю что. Вот заказала два пуховика, то есть поменьше, побольше размер. И сколько у меня было? Три шапки у меня было на выбор, все. В итоге взяла только две вещи. Ну, очень-очень-очень довольна. Сейчас покажу, как смотрится. Так, ну что, вот так смотрится мой пуховичок. Очень мне нравится. Я обычно, кстати, хожу вот так, потому что я сажусь в машину, и нижние кнопки я никогда не застегиваю. И вообще молнию нижнюю, если она такая, знаете, туда-сюда, то я ее никогда не застегиваю внизу, потому что, ну, так удобно. Я сейчас одела домашнюю одежду, я сейчас быстренько переоденусь, поеду за своим старшим сыночком в школу. Кстати, поеду, заберу свою посылку, мне сейчас пришло уведомление с сайта iHerb, там очень прикольные вещи заказала для душа и души, скажем так. Вот, он мне немножко великоват, то, что я говорила. Вот плечо у меня, получается, сидит здесь не со спущенным плечом, оно у меня сидит вот так. Но это не сильно заметно, даже вы видите. Это во-первых, а во-вторых, если одеть сюда, я делала на футболку, если одеть сюда теплый свитер, то это все, конечно же, поднимется. То есть он мне такой, видите, прям оверсайз, оверсайз. Вот так вот. Видите, сколько его тут запасика. Но это очень классно. Вот. Так что с огромным удовольствием буду носить. Ворот аж вот такой. Тоже мне это очень нравится. И шапочка прикольная. Мне вообще кажется, что мне идет такой цвет. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Можно так одевать, можно распрямить. Но мне почему-то вот так вот как-то больше нравится, мне кажется, так симпатичнее. Вот. Я сейчас поеду не в этой куртке, а в другой, потому что мне надо найти сюда какой-нибудь шар, чтобы не так сильно вот в этой области пачкалась от тональной основы, от помады и тому подобное. Вот. Но я безумно довольна, девочки. Как я хотела этот пуховик. Это просто, знаете, пуховик моей мечты. Серьезно. Я тогда, когда его померила, мне кажется, я тогда тоже в размере S мерила. Может быть, XS. Точно не помню. Вот, я все о нем думала, думаю, блин, почему же я его не купила? Надо было купить, надо было купить, надо было просто шапку еще красивую, ну, подобрать к ней, и все. Так что вот такое вот у меня получается. Сейчас как раз у нас такая погода в Питере, знаете, ну, то минус 2, то плюс 2, непонятно такая, я как раз в нем буду ходить. Он не сильно, на самом деле, внутри набит. Вот, не знаю, по теплоте, но вот еще раз повторюсь, девушка писала, что минус 10, в нем холодно. Ну, если, может быть, со свитером теплым каким-то совсем одевать. Вот, ну, у нас не так часто бывает минус 10. На минус 10 у меня есть супер теплая куртка. Вот, так что очень-очень довольна. Цвет мне вообще божественно нравится. Вот он такой, мне кажется, как сейчас вот передает камера. Такой очень приятный. И шапочку такую. Ну, сюда, на самом деле, можно и черную шапку, и белую шапку. Ну, белую, может быть, нет, какую-нибудь молочную такую, светленькую. Но я почему-то захотела вот такого цвета. Вот, светленькая у меня тоже есть шапочка. Вот, так что ссылочку вам оставлю, девочки, конечно, обязательно.
Вот, ну а я поехала сейчас быстро-быстро-быстро, уже опаздываю за сынулькой, получу посылку, приеду и покажу вам посылочку. Так, ну что, девочки, прискакала я, значит, зашла, получила свою посылочку. У нас, кстати, на улице минус 7, но не так уж и холодно, потому что нет ветра, слава богу, а светит солнышко, прям вообще весна-весна. Значит, здесь у меня все такое для души и души. Так можно сказать. Заказала себе вот такое средство для умывания. Я сразу почему-то взяла большую упаковку. Вообще очень хорошие отзывы на вот это вот средство для умывания, для лица, да. И, соответственно, я взяла попробовать. На Herb стоит дешевле, чем в любых других наших интернет-магазинах, на той же фармакосметике. Вот эти, вот эта марка дороже стоит. Поэтому я решила заказать ее на Herb. Попробовать. Попробую обязательно, потом поделюсь с вами. Также я заказала вот такую пенку для ванны. Радужная, в общем, в последнее время. Ну, такая погода, знаете, когда мороз, очень хочется приходить вечером принимать ванну и вместе с какими-нибудь классными средствами. Я еще заказала, увидела там вот такой набор бомбочек. Девочки, как они классно пахнут. Тоже я обязательно попробую, расскажу, понравились или нет, но они реально очень классно пахнут. И видите, зелено. Слушайте, вот я сейчас открыла, и вот просто аромат очень классный, такой какой-то нежный, цветочный, я бы даже сказала. Не знаю, мне кажется, вот это... Но они все имеют разный аромат. Ой, вот это вот пахнет розой. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Вот. Вот это чем-то таким лимонным, что ли. Ну, в общем, разные ароматы. Мне, кстати, мальчишкам тоже бомбочки нравятся. Я вот этот Фаберлик им делилась розовыми своими, им очень понравилось. Вот, и решила вот такие заказать на Herb. Вот, так что будем принимать ванну. И последнее, что я здесь заказала, девочки, это вот такую палетку от марки Lorac. Очень у многих есть уже такие палетки, у меня нет. За одни, да, а одно время у меня было такое, я очень накупила себе много всяких тенюшек различных, различных палеток. И, ну, они не расходуются у меня так быстро, на самом деле, поэтому... Я решила, что у меня должна закончиться хотя бы одна палетка, чтобы купить новую, но тут не удержалась. Я уже год, даже больше, наверное, не покупаю себе никакие тени. Вот, все пользуюсь свои старенькие и не смогла удержаться, потому что еще на эту палетку была скидка вообще на палетки, по-моему, вот этой марки. Ну, по-моему, не на все палетки, на Herb была скидка. У меня, кстати, многие девочки спрашивают про декоративную косметику, чтобы я показала там румяна и так далее и тому подобное. Вот я хочу с этой палеткой с вами сделать макияж. Вот, но макияж у меня простой, ничего у меня там супер сверхъестественного нету, супер там наслоение цветов и так далее. Я так достаточно просто делаю макияж, но вы спрашиваете, мне это на самом деле очень приятно, и обязательно с вами сделаем. Так, давайте сделаю я свотч. Ой, какие они мягенькие, девочки, вообще обалденные. Сейчас сделаю свотчики вот этих тенюшек. Вообще на них очень же хорошие отзывы, на эти тени. Смотрите. Ой, какие классные цвета, девочки. Вот я их перенесла на руки. Вообще пигментация, конечно, просто, просто потрясающая, я бы так сказала. Тем более у меня нет таких оттенков. Не вот таких, как это, лососевый такой, да, как кирпичный, я не знаю. У меня таких оттенков нет. В общем, решила такие приобрести, конечно. И здесь еще идет... Естественно, в наборе кисточка. Ну, вот такая кисточка синтетическая, ну, такая прикольно набитая. Довольно очень. Палетки я себе 100 лет уже не покупала. Вот, так что решила вот такой. Увидела скидку на нее, думаю, ну, это же судьба, правильно? Вот, так что у меня вот такой вот совсем малюсенький-малюсенький заказ с iHerb у меня получилось. Ссылочки тоже все вам оставлю внизу в инфобоксе. Сладкий мальчик тут у меня спит. Странно, что не на подушке. Странно, что ты не на подушке спишь, да? Ты хороший мальчик. У тебя какие лапочки. Лапочки у тебя какие хорошие. Дрыхнешь тут? Ну, ты мой солнышко мое сладкое. Да? Рыжик мой. Такой, среди игрушечек тут у детей.
Еще девочки меня как-то спрашивали, как у меня дела обстоят с шерстью. Ну, у меня животные, кот, собака и так далее. Собака у меня на второй этаж не поднимается. Вот я сейчас нахожусь на втором этаже в детской комнате. Здесь у меня постоянно тусуется мой рыжий кот. Вот. И, конечно, у меня есть шерсть. Вот она. Видите? Тут целые, просто целые куски. Вот просто... Я не знаю, он как разбрасывает, причем как клочьями, как будто его кто-то дерет периодически. Вот видите, тут у нас солнышко такое. Вот у меня, видите, вот такая вот у меня история. Кот начал линять, и, конечно, все вот это вот у меня здесь вот валяется. Можно, конечно, ходить вот так подбирать, я иногда так делаю, вот, потому что ничего другого не остается. Вот, а так у меня, конечно, вот мой помощник, это робот-пылесос. Я его постоянно, он у меня постоянно работает, постоянно собирает вот это все от кота. Вот, и плюс я еще кота вычесываю, каждый день я его, с него снимаю шерсть. Но это, честно сказать, мало помогает. Вот, ну, как бы два раза в год у меня вот такая вот история с шерстью. Ну, что ж поделаешь, ничего не поделаешь. И да, вот, так что да, травка у меня еще, которую я овес покупала, она у меня подросла, я ему сейчас дам почистить желудок, если он будет есть, конечно. Вот, а так, конечно, спасает только робот-пылесос, потому что, ну, у меня дом большой, первый, второй этаж, на первом этаже у меня собака, которая тоже, естественно, линяет. Вот, и на первом этаже я уже, конечно, сама пылесосом пылесошу, потому что, ну... Вообще хочу второй робот-пылесос. Честно признаюсь, чтобы он у меня был на первом этаже. И, конечно, я все равно и сама обычным пылесосом пользуюсь, да, и полы мою, но вот такую историю, чтобы он у меня собирал. Вот он у меня, видите, тут поцарапался, вот этот робот-пылесос. Вот даже на нем шерсти есть. Представляете? Кошмар какой. Это он у меня иногда забирается под кровать, там куда-то где-то застревает. И он у меня, конечно, тут весь поцарапался, но при этом все равно продолжает работать. Вот видите, на нем даже шерсть есть. Кошмар. Так что будет работать у меня сейчас. И собирать вот эту всю историю. Ну, по-другому никак, девочки. Это все-таки... животные, видите? Видите, тут плохо собрал. Видимо, прилипло. Ну, что делать? Так что пусть поработает мой помощничек. Сейчас он тут... Да, вот он на этот ковер. Кстати, только на этот он очень плохо забирается на него. Не знаю почему, но этот ковер у меня уже старенький. Я его хочу поменять. Он уже с пятнами такой весь. В общем, такой не очень. Вот, ладно, пойду коту предложу этот самый травку. Ужин я сегодня приготовила такой достаточно простенький, на мой взгляд. Приготовила картофельное пюрешечку, делаю я с молоком и со сливочным маслом обязательно. Вот такое у меня получилось. Не стала его делать сильно жидким. Вообще это у меня молодой тоже картофель. Не сильно в пюрешечку превращается. И на сковородке я обжарила просто куриную грудку. И потом залила ее сметанкой и положила сюда перчик. Ну, в общем, такие специи, скажем так. Всякие разные, и потушила под крышечкой. У меня, кстати, вот такой вариант куриной грудки тоже муж очень любит. Вот, поэтому это, можно сказать, для него я приготовила. Хотя, на мой взгляд, вкуснее подавать любыми макаронами, но муж меня попросил пюре, и дети тоже попросили пюре у меня картофельное. Поэтому
решила приготовить. И еще сделала салат, просто обычные помидоры, огурцы, и все это тоже заправила сметаной. Так что вот такой у нас получился ужин, быстренько я его приготовила. И на такой вкусной ноте я буду с вами на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Кто еще не подписан, всех люблю, целую и до новых встреч!